Покачах состоялось заседание рабочей группы по обеспечению социального сопровождения мобилизованных и их семей. Было озвучено, что треть горожан, относящихся к данной категории, уже подали документы на получение компенсации за оплату услуг ЖКХ. Тем, кто этого еще не сделал, необходимо позвонить по телефону в Лангепасе 219-14, а потом обратиться в соцзащиту в Покачах. Кроме того, на заседании отметили, что продолжает работу пункт сбора гуманитарной помощи мобилизованным, действует благотворительный счет. Помимо иных пожертвований, жители города собрали 20 тысяч рублей на концерте в Доме культуры «Октябрь». Сейчас, грубо говоря, у нас практически 150 тысяч, 143. Мы их не тратим, тратить их невозможно, поскольку это благотворительный счет, мы можем что-то закупить, там отчетность определенная, и то есть переотправить ребятам. Мы копим их. 23 тысячи находятся наличкой у меня на руках на случай, если будут какие-то траты, например, вот как приезжал один контрактник у нас, и которому нужно было что-то сейчас сразу купить, то есть они находятся у меня. Делают свой вклад в общее дело и рукодельницы Покачей. Все желающие помочь им могут присоединиться к сообществу «Шьем и вяжем для наших». Обращаюсь ко всем, есть желание у вас помочь, есть у вас час-два, можно там пол, это не во времени не ограничивается, можно подходить на Комсомольскую 6, в наш этот пошивочный цех, да, и попробовать себя волонтером.